На расстоянии менее 100 метров от школы было обнаружено два павильона, в которых торговали табаком. Всего в помещениях правоохранители обнаружили и изъяли более 200 пачек сигарет. В отношении местных жителей, допустивших нарушение закона, полицейские составили административные протоколы. Кроме конфискации товара, санкции указанной статьи предусматривают наложение штрафа. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.